тебя найдут и убьют. И ты ее не получишь, пока муж живой. Так что давай Шагала разоблачим и путь открыт. Так хотелось посмотреть фильм об искусстве, о людях искусства. Ну и вообще Александр Митта, как режиссер, ну, привлекает внимание. Время после гражданской войны, я так понимаю, посмотреть на декорации, на костюмы, вообще на выбор. Вот просто интересно. Мне кажется, каждый фестиваль, он по-своему уникальный и интересен. В прошлый фестиваль были фильмы, которые мне очень понравились. И сейчас уже около 3 фильмов, которые просто вот меня впечатлили. Мне очень понравились. «Люди добрые», «Белый ягель» про Алексеева. Многие фильмы очень хорошие, интересные. Но вот есть фильмы, которые просто выбивают из-под ног почву. И ты прям не знаешь после этого, как собраться. Ты понимаешь, что есть все-таки люди, которые умеют, несмотря на то, что у них бюджета нет, но снимать такие потрясающие фильмы. Когда вихри революции стирают с лица земли провинциальный уклад европейского Витебска, и последние становятся первыми, только удивительная вера и безусловная преданность мужу позволяют Белле Шагал спасти своего гениального Марка. Это история самозабвенной любви Беллы Шагал, супруги великого художника Марка Шагала. Она протекает на фоне исторической дуэли ее мужа со своим гениальным современником, антиподом Казимиром Малевичем, и другой, и еще более отчаянной схватки с другом детства, а ныне красным комиссаром Наумом за сердце Беллы. Впечатлений много разных. Нестандартный фильм, я бы сказал. Чем? Может быть, именно игрой актеров, может быть, какими-то эффектами. Немного непонятно, насколько профессионально актеры, то есть какой это состав. В общем, нужно разбираться. Очень понравилось, вообще не ожидала, что так вообще захватит. Даже по-другому на искусство взглянул. Шагал и Малевич. На чьей стороне? На стороне искусства. Я здесь! Вся земля здесь!